кстати, хочу вашему вниманию предложить один очень уникальный календарь. Он называется «Дух победителя». Это не просто календарь. Это еще и тренинг, и планировщик. Во-первых, это календарь, поэтому здесь есть неделя ваша. Но это календарь очень гибкий, поэтому вы можете отмечать сами те дни недели и даты, когда вы начинаете его. Вы можете начинать его с понедельника, можете с воскресенья, как вам удобно. В конце есть мысли недели, основные тезисы и мысли для вашей недели. Во-вторых, это планировщик, поэтому здесь есть поля, где вы отмечаете основные моменты, которые вы хотите увидеть в конкретном дне на вашей неделе. Этот календарь рассчитан на 26 недель, то есть это полгода. Вы можете его начинать в ту неделю, когда вам это удобно. Он не привязан жестко к какому-то году или месяцу. Это удобство. Ну и самое важное, конечно, это тренинг. Тренинг – это означает, что на одну неделю у вас рассчитана одна мотивационная статья. Вы меняетесь, размышляете, и ваше мышление тоже меняется. Очень важно, что многие эти статьи основаны на Слове Божьем, на мудрости, которая взята у самого Бога. Поэтому эта мудрость действительно может изменять ваши жизни коренным образом. Это может быть очень хороший подарок для ваших друзей, коллег, знакомых или родственников. Сзади есть короткая инструкция, если вы забудете, как им пользоваться. Календарь расположен на жесткой подставке, поэтому он никуда не убежит. Он может складываться, если вам нужно его куда-то перевести. Но самое важное, что вы планируете вашу жизнь, вы размышляете и вы меняетесь. Вы тренируете свой разум, свое мышление, вы преображаетесь, вы становитесь сильнее, вы становитесь успешнее и вы побеждаете. Когда вы преображаетесь вместе с этим календарем. Спасибо.